Президент Беларуси благодарит Всемирный банк за помощь в реализации значимых проектов. Это Александр Лукашенко отметил на встрече со старшим вице-президентом Всемирного банка Кайлом Питерсом. Портфель инвестиций за предыдущие годы превысил 1,5 миллиарда долларов. Больше всего средств пошло на обновление транспортной системы, совершенствование отечественных ТЭЦ. В списке также проекты в образовании и водоснабжении. Нынешний визит представителей Всемирного банка связан с развитием и утверждением новой страновой программы для Беларуси на последующие годы. Переговоры президентов Беларуси и Туркменистана и совместное открытие Горлыкского горнообогатительного комбината – центральное событие предстоящего официального визита белорусского лидера. В Туркменистан Александр Лукашенко отправляется сегодня. Во дворце имени Огузхана по итогам переговоров с Гурбангулой Бердымухамедовым планируется подписать двусторонние документы. А в туркменских Каракумах будет дан старт работе Горлыкского горнообогатительного калийного комбината. Мощность производства составит почти 1,5 миллиона тонн хлорида калия в год. Беларусь и Пакистан обсуждают возможности кооперации в текстильной отрасли. В Минске проходит первый белорусско-пакистанский форум производителей легкой промышленности. Для участия в нем приехала представительная бизнес-делегация. Пакистан – яркий игрок на мировом рынке текстиля. Их опыт, технологии, знания, инновации интересны Беларуси. А площадка форума позволит провести переговоры с белорусскими производителями.